Ну что, всех девочек, девушек, женщин, бабушек, мам с праздником 8 марта. А у нас Tap Tap Heroes, пятница, неделя как раз вот началась, ивентовая. Ну и давайте начнем с того, что откроем все сундуки, как всегда, по традиции. Вот, ну а дальше уже будем непосредственно смотреть, что к чему, может есть какой-нибудь тематический ивент. Я еще не заходил. Так что вот, впервые с вами смотрю, что к чему. Персонажа дали. Ну и два сундука черных, понятно. Ну что у нас по ивентам? Сделка с гоблином, сокровищем. В общем-то, ничего интересного, как всегда, нету. Да, ну давайте в сокровище гоблинов пробьем. Хорошо. Получим. Даже награду получим. Элитную. Здесь у нас... Подожди, а что предлагают? Пожалуйста, убейте легендарного героя, который будет заменен первым. Сильфида. Да ладно. Что, можно вот так вот прямо обменять? Нет, пятизвездочки. Подожди, а может надо? Что-то я не понимаю. Ладно, я что-то туплю, может, что-то надо сделать. Заменить любого героя легендарного, конечно, 6 звезд или выше, который меняется каждый раунд. По замену указан герой 6-звездочный. Ну, понятно, 6-звездочный. Так а что, 6-звездочный не меняю? Странно. Ну, это говорит о том, значит, что у нас сейчас начался здесь ивент с новым персонажем. Значит, пооткрываем с вами сегодня. Вот что. Ну и здесь стартанул наборчик новый. Поехали. Все возьмем. Все, так сказать, добудем. Че уж тут терять. Ну и попробуем сейчас, попризываем соточку, я думаю. Дернем. Глянем, кто упадет. Ну вот этот новый персонаж, надо его глянуть сейчас. Что он из себя представляет? Так, у меня что по свободным ячейкам? Ровно десятка, да? Малем. Маловато, маловато. Может в синтез кого-нибудь отправим? Кого-нибудь засинтезировать? Лорд бездны, допустим, загнать. 4 слота освободим. Нет, 6. 6. Будет лорд бездны у нас. Пускай. Допустим. Так, ну и что там за новый в альманах занял? Новый персонаж. Это... Нет, это не она. Фиолетовая, о. Сильфида. Арвин, кстати, покруче даже по статам будет. Ну, что из себя представляет Сильфида? Наносит 900 урона всем вражеским героям, снимает с себя все аномальные статусы, 300 к собственному коэффициенту снижения. Пассивки всякие. В начале боя 150 собственной атаки, 300 урона от умений. Ну, чисто атакер, да. Да. Да, возможно, и крутой фиолетовый. Ну, сейчас мы это проверим. Сейчас. Сейчас попробуем. Давайте сотку дернем. Ага, сразу x100. Так, понятно. Мимо. Сейчас будет x40.
Дальше X50. Ух ты. А у меня, по-моему, все ячейки закончились, да? Свободные на 6 звезд. X60. Угу. X70. Ну и еще там 30-ку сейчас ломанем. И будет нам счастье. X80, правильно? X90. Не знаю, мне кажется, новую не выпадет. Такое чувство. И, ага, фиг. А, погодите, у меня за тот стоит. Сильфида давайте поставим. 91 шанс. То за тот. А за тот-то у меня как раз выпал. А сильфида не выпала, поэтому шанс там увеличиваем. Ну, давайте попробуем здесь кого-нибудь, ультиму какую-нибудь поставить. До 5 звезд. Пойдемте еще. Коль у меня набралось ключей со всяких там лохотронов. Почему его сейчас не попризывать, да? Давай еще 10. Не, ну должна выпасть. Почему нет? Это у нас 110 получается. Ну, выпадает на самом деле 5. А может быть, мы ее потом на обмене возьмем. Это у нас получается 120. А на обмене ее нету еще, да? Это было бы слишком, если бы она уже была на обмене. Но зато во кто есть. За 5 Никса можно взять. Просто покайфовать. С ними. Ну давайте в честь 8 марта. Кого мне дали? Фрея, да? Ну, кстати, как Варик, если ее качнуть. Фрею, да? Что мне не хватает ее, чтобы скачать? Ну-ка, погодь. Что там надо-то? Еще одну. Это есть. Ну, считайте. В принципе, есть. Ну, давай. Раз. Нет, орпи выпало. Это жирно, на самом деле, когда я пропускаю. Это потому что как бы много делаем в призыве. Так-то, конечно, я вам не советую делать пропуск. Ну вот она, все-таки выпала. Поздравьте меня. Новый легендарный герой. Будем его пробовать качать. Может быть, даже что-нибудь обзорчик на него сделаем. Первая выпала. Красиво. Не зря призывали. Ну, давайте пока успокоимся на этом. Успокоимся. Подожди, а если я его поставлю? Я ничего не понимаю. Ну и чё? А все равно, подожди, а если так, то X3 требуется, ни хрена себе. Так, хорошо, допустим, а если так? А, блин, пацаны, это имеется в виду, сразу он выкачивается на такой уровень. Сперло, доперло. То есть мы можем, минуя все. Ясно. Так, ну а что, мы за получение героя-то пока, наверное, ничего, да, не можем активировать. Шкатулочки всякие. Да, понятно все. Все здесь ясно. Ну что, ребят, вот такой вот призыв сегодня классный получился. Надеюсь, понравилось всем. Подписывайтесь. Комментируйте. Все-таки хороший выпуск получился, добротный, я бы сказал, добротный. Ну и на почте кэшбэком мы вернули себе 31 ключ. Собственно, мы сколько там, 130, да, призвали? Ну, считайте,
130 же, да, было призывов? Она выпала со 130-го. А, 160. За 160 призывов, то есть она, да, упала. Ну, можно сказать, что кэшбэком мы 30-ку вернули. С этого всего. Ну, можно, конечно, за иго побороться. Давайте крутанем еще 40. До равного счета. А, хрен. У меня уже тут переполнено в шкатулке. В кормушке в моей. Блин, жаль. Жаль. Можно было бы сейчас призывать, но... Но тогда надо кого-то скормить, кого-то вкачать здесь. Кого-то продвинуть выше. Баринхильду, к примеру. Для этого что нужно сделать? А у меня карты нету. Дитлав тоже. Кстати, ик собственной персоной. Ну, блин, два. Ой. Сейчас, по крайней мере, жаба душит двоих делать. Пятерку какую-нибудь вкачать. Четверку. Ну, давайте попробуем. Сразу до сотки сейчас. Выкачаем. Допустим. Опустим. Ага. Тут еще четверка. Ну, допустим. Х40 хватит нам сделать? Освободили. Так, отлично. И последняя десятка. Смотрим. Ребята. Да. Ну, так вот, по красоте душевной мы все с вами завершили. Вот теперь точно всем спасибо за просмотр. 10 наборов пробуждения. Ну, такая, знаете, награда скудненькая, но нужная. Я бы так выразился бы, мягко говоря, да? Все, еще раз всех с праздничком. Спасибо, что до конца досмотрели. Мы здесь еще 700 алмазиков зарабатываем. Ну и копим. Там будет хороший ивент, где надо будет, опять же, тратить эти алмазы, дабы получать классных персонажей. Все, пока-пока.